Привет всем котики-компотики. У меня есть одно дело к вам. Я заметил, что многим не нравится мое присутствие в нарезках. Возникает спорный момент. Я хочу нравиться всем подписчикам канала нашего Ромы. Поэтому, чтобы решить этот вопрос, вам нужно просто проголосовать «за», если вы хотите дальше видеть меня в нарезках, и «против», чтобы последующие нарезки были без меня. Выбор за вами. Проголосовать вы можете в группе ВКонтакте в верхнем правом углу данного видео. А теперь, я представляю новую ламповую наркоманию. Приятного просмотра. Им норм, Рома. Видишь, даже пенсионеры могут себе позволить уехать на остров, а ты нет. Я нет. Хэштег Рома не пенсионер вообще-то, как бы... Уже хорошо, но это не точно. Спасибо, Катя, за поддержку. В смысле, это не точно? О, смотри, отдыхает, я смотрю. На радуге завис, я смотрю, блядь. Ты какой-то странный. Что с тобой, Билли? На радуге завис, я смотрю, блядь. Он, по-моему, скидался, переел, нет? На радуге завис. Я ее пухом. Скидался ему в ручки, дайте. Я не пухом. Рома на остров. Да, я бы съездил бы на какой-нибудь остров. Я открыла. Боже, тут еще один. Погоди. Ром. Это что, Скитлс Мания? А ну. Он весь в прицах, кстати. Почему-то. Это суровая иглоукалывание, знаешь ли. Ты будешь моим храбрым пулеметчиком? Нет. Почему ты плачешь, когда ты так кричишь? Спасибо, Тимур! Я в тебя верю! Меня танк убил. Рома, что ты нас как по линии идешь? Ты ровнее. Ну я убиваю людей вообще-то. Ты водитель, алло. Там танк на А. Так и мы на Б приехали. Я, кажется, лицо чьё-то переехал. Почему у меня все трясется, и я не вижу неба? Я тебе уже рассказывал. Ой. Бля, сейчас зайду к вам, короче. Где мы еще починимся. А, нет. Как выйти, блядь? В этот корабль можно только войти, но нельзя выйти. О, смотри, я на коняшку сел. Кому коня? Почему у нас танк опять? Заряжен Иван! Айван бежит убивать! Айван уже здесь! Айван приносит смерть! Айван, ты что, за Бурятов, блядь? Мой, короче, конь умер и, знаешь, прилег в лодку. Ладно, не смешно. Ой, у нас танк сыпется. План Б. Fire in the hole. Рожби сюда. Так, я, короче, в бургерную. Пойду дробовик искать. Я на бургерную, тут я нахуй тебя застрелю сразу, если придешь в бургерную. Чувак подобрал пистолет, а я патроны забрал. Блядь! Я уже слышу. Это не ты был, Стас? Я в тебя с дробовика ёбал. Блять, да? Рома, ты мудак, сука! Рома, блять! Сосать, мразь! Минус два, нахуй! Да ты не сказал, что это ты, додик! Блять, ты долбоёба кусок! Блять! Тимур, я, короче, вышел. Если сейчас Тима застрелит, это будет вообще топ. Тима, ты где? Сориентируй меня. Не скажу. Нихуя тебе пушки зеленые падают, а? Руби пизда, Стас. Блять, карта такая маленькая, что пиздец, никуда не деться. А, очки, я вижу, очка Мартан, блять, беги. Слушай, ну это просто лютый какой-то пиздец. Это Волга, детка. А почему мужчина передо мной стоявший умер? Надо тебе вернуть, брат.
Сердечный приступ. Слушай, ко мне коняка приехала, есть ли чем колбасу смазать? Почему? Почему по мне Марсир отработал? Я просто смотрел на Тимура, и тут Тимур что-то пропал. Тимур, ты где, брат? Ты куда пропал? Это пиздец. Какая-то психологическая атака, как в 17-м году, блядь. Я просто говорю, что... Ну, я поднял Тимура, короче, он там лежал, лежал, и квартира два раза накрыла. Второй раз труп просто не появился уже. Аптека, нужна аптека. Даю. По-моему, уже аптека никому не нужна. К вам идет чувак, сверху. У кого-то был секс, короче. Ты видел? Да я тоже смотрел, но до последнего не респался, посмотрел, хотел, чем закончится этот сериал. Я говорю, жесть, слишком много было королей. Ну, 4. А представляешь, соло их убивать, вообще в радость. Эх, завоевателя. Боже, надо еще поиграться. Surprise, motherfucker! Боже мой, блядь! Я знал, что там будет мимик, на самом деле, поэтому я просто наблюдал за Катиной реакцией. Ты просто дурак! Я тебя перед тем, как мы начали на этой локации играть, предупредил. Катя, на этой локации есть мимики. Тут помогите, газ... что на меня комрады выпрыгивают, ушел. Что поделать, человека пучит. Бегу, братан, бегу. Пацанчик, лови, лови аптечку, братишка. Ты хулилёк, встань меня. Нахуй. Молодец. Ну, подними меня Ты теперь. Разорадка, я не могу. Поднимаем раз. Не могу. И ты, бля. Захватывай. Они не захватывают. Тут танк, танк. Его штыковой, да не видели. Он даже не понял, кто его ёбнул. Так, тебе тоже аптечка, ты мёртвый, правда? Я сейчас буду попадать ещё. Эльпидрилья, ты чё там киперишь? Я. Спасибо, блядь, что подняли, сука, я ненавижу того, кто меня поднял, блядь. Ром. Я так помягче сказать. Кто меня поднял? Ты меня поднял, Дим? Как меня попали? Я не понял. Нахуй ты меня поднял, меня тут же ёбнули. Я пытался сделать отвлекающий маневр. Почему у нас, сука, танк стоит на баске? Это не ты около электростанции бегаешь? Я бегаю, а ты рядом где-то? А я тебя вижу. Давай, Тим, Тима, кончай его. Иди нахуй. Ну я так далеко, я не достреляю. А, он сверху? Да не стреляй, дурень, сука. Стреляй, стреляй, Тима, стреляй! Да не стреляй, дурень! Стреляй, Тима, стреляй! Да я твой рот на поворот, мразь! Стреляй, я ж тебе приду отпищу. Тима, стреляй! Держи дистанцию, Тим, главное, у него дробовик. Тебе пизда. А ты здесь не залезешь. Пеки села, тебе пизда. Что значит, я не залезу? Fight! Где ты, мой сладенький? Блин. Что ты там присел? В череп, блядь. Слышь, а я тоже так умею. Ааа, патроны! Какая меткая пушка. Блядь, я ни разу не попал. Здесь круг разброса, блядь, больше, чем в танках, сука. Где она, блядь? Я не попал! Да, сука! Меня ебут! Сука, из-за тебя... Броню-то возьми, балда. Да меня стреляет, тут еще сагрился. Не-не, карты ни разу не сбалансированы. Вы чё, блядь, такую-то хуйню пиздите, блядь. Баланса нету на карте. Ну какой хуйсос меня поднял, блядь. Иди нахуй. Я не хочу жить, блядь. Убери нахуй костыли, в очко себе их закрутил. Он, короче, прямо и чуть-чуть... Прямо и направо? Да-да-да-да, он там стоит, короче. У нас осталось 20 бойцов. Алло. Ты не важно. Да у нас точка-то всего одна.
я понял, что нашим плохо здесь. Да у нас сзади заходят уже. Какой справа? Болик! Болик! Ты не чувствуешь ток? Кто смотрит стрим, блядь, сейчас охуевает. Я сейчас, короче, у меня персонаж стоит, и у него голова влево-вправо дергается. Тимур, ты смотришь эту хуйню? Да посмотрим. Посмотри, смотри на эту хуйню. У меня персонаж странно себя ведет, как мило. У меня нервный тик уже начался. Потому что так оно должно быть? Я думаю, что да. Это состояние души у него такое? Блять, даже коня забрали, братья. Так, я им хату пойду разворачу. Я твой хату от руба шатал. Ой, там лошадь справа, лошадь справа. Кто с моим, на моем фланге? Лошадь справа, нахуй! Тима, ты как там лежишь? Мимо меня колбаса проехала! А чё, я нормально? Меня вроде никто... Блять, меня снайпер стреляет. А где он сидит? Вот прямо передо мной. Ору, блять! Два снайпера. Ксите, я иду. Бегу-то, бегу-то! Это я! Ты же не бревно, Алаша, ты говоришь про себя, Каки. Что? Ю, да, Ю! И что, Ю? Где моя Пикси? Да вон она лётает. Пикси? Ю! Ю! Ко мне противник забежал, посмотрел, блядь, убежал. Да я вообще, блядь, появляюсь на Б, мне просто пиздят, берут на камень, подходят и всё. Кто на Б? Кто на Б? Я на Б. Красавчик, давай, иду с тобой. Что подострел? А ну суйте, суйте. Обнимашки! Так, у меня все, у меня загрузилось. Красавчик! Вовремя! Рома, не, Рома! Сосать будешь? Рома, Рома! Живите, блядь! Живите! Брат, брат, по нему! Рома! Блин, как здесь? А, меня сейчас убьют! Кто тебя убивает? Ару, блядь! А я его убил! Тимур! Яичка! Слушайте, а мне тебя зажигать... Заячка за испуг, сука, блядь, ебаные пулеметы! Много раз выиграли? Ару, бля! Хороший ты вопрос задаешь. Стасян, давай джойнься, вставай в очередь. Сейчас, сейчас. Вставай в очередь это. Сосать? Свободные рты, блядь. Справа, справа, у Димы. С вас он делать. Не, за кого? Мы за германцев? Мы за проигравших, Стасян. Какая почка респа, блин. Почка респа, все нормально, бери ее. Неважно, за кого играть. Главное стабильно сосать. Своих убивай. Какая точка резкая, бля, конечно. Хмели, какой-то там процент побед, блядь. 20. Побеждал, потому что серверла лагали, да, или еще что-то в этом деле? Когда в солянку играют, все охуенно. Я тоже говорю так всегда, что в солянку всегда лучше. Не трогай так. А кто в ангар там стреляется? Не знаю, это... Я и еще два чувака. Так, о, здесь дробовик на первом этаже, Рома. Ты его не брал, что ли? Я не брал. Рома. Да, блядь! Блядь. Что, попал, что ли? Попал, блядь. Блядь, ты это Тиму ёбнул. Ты хотя бы сказал, что это ты, блядь. Вон выбежали еще двое, да пизди их. Ты что ты стоишь, пизди их? А я забегаю, главное, туда, смотрю, стоит, думаю, блядь, свой или не свой, начинает пиздить меня. Ты же сказал, что выбежал из коровника.
Какие гранаты? Ты видел, сколько их здесь ходит? Нормально, закидывай гранаты. Здесь танк катается, фуловый, блядь. Минус два. Сейчас танк. Давай, помогай. Минус три. Кроссовчик, сука. Минус четыре. Да он мертвый, блядь. Сука, чтоб не встал. Он дальше не побежит, блядь. Тима, поставь килочку. КД. Минус еще один. Тут конница, конница к вам едет сзади, парни, конница за вами. Минус еще один. Она забрала самого сильного из нас. Не, она там снайпер еще стоит. Бля, ну это в конце была топовая хуйня уже, когда мы в окопах тут закопались. Я смотрю, конь вокруг них бегает, блядь. Хмельник кидает. Я пошел резать, блядь. Хмельник кидает гранату в разрушенный танк, блядь. Кричит на Диму, Дима, неси патроны, блядь. У меня заканчиваются патроны. Джонни, оставь мне динамит и беги. Ну, примерно так я видел для себя. В смысле, как себя доливают? Алло, я не понял, что это за угроза. А кто построил здесь лестницу, мне интересно еще. Ну, это ты что? Здесь кто-то построил лестницу. Ты что? Короче, это мужчина, который фармил дом, ну, не дома, машину, решил формануть мою стену. Я дождался, пока он ее отформит. Не пристрелил его, я понял. Просто в голову наебошил, блядь. Не, ну это было топово. Отдефились хотя бы. А у нас прям на базе какой-то чувак засел в углу и отстреливает всех. Погоди, мы за фрицев, что ли, играем? Только что понял. О, блядь, опять эта хуйня. Парни, я думаю, знаешь, я представляю, в 45-м. Блядь, а я что, за фрицев играл? Опять ливнули катку. Стасян, а набор огневетчика? Ой, ты кто такой? А, ты десантник не убил, ёл. Ром, можешь меня поднять, если... Блять, Квиллинг. Ай-яй, почти захватили базу. Хорошо. Поднимай, Димка, поднимай. Поднимай. Беги. Хорош. Это тебе аптечка. Только не соси, брат. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Это тебе аптечка. Только не соси, брат. Блять, меня дирижабль убил. Не огорчайся, он, по-моему, всех нас убил, блядь. Зачем ты меня поднимал? Ты сейчас сам охуел. Почему у турков только самолеты? Ну, а у этих гуков, блядь... Я троих снайперов убил в рукопашку, да! Захватываем Б. Захватываем Б. Я только выйти не могу, меня с какой-то херни убивают. Ляг нахуй. Сляк нахуй! Я это видел! Сука, как в 45-м? Дима, я своим телом прикрыл зажигательную, ты же видел! Ебать там пришло людей. Спасибо, что поднял. Спасибо, что живой! Блин, куда делся? Как неловко, когда, блядь. А, ситуация хуёвая! Да, патроны! Рассказываю. Ты приходил на ультразвук. А то я вас двоих не слышать буду. Короче, винтовка разрядилась, перешел на пистолет, а пистолет кончились патроны. Пошел на ножи воевать. А мы же, парень, мне, чтобы переключиться на живую, он взял, схватился за зенитку. Ладно, все, ребята, на этом можно заканчивать. Спасибо за пламенный сегодняшний вечер. Я поорал, я посмеялся, повеселился, и это было странное ощущение.
Поначалу ебли, потом смеялся над тем, что тебя ебут. А знаешь, я, знаешь, как типичный, да-да, как типичный больной, я сначала боролся с этим, потом у меня было это, смирение, потом была злость и принятие. Я в конце такой, ну, сосать так сосать, ну, хули уже. Сосать так с музычкой. Всё. Если бы нам еще деньги за это платили бы. За что, за пососы? Да, мы бы были миллиардеры. Да, я уже бы на яхте бы ушел бы. На я бы тебе сказал, куда надо идти для этого, но... Погоди, функции там примерно те же самые, только играть не надо. Ну как, играть надо, только... Вот. Ладно, все, ребята, всем спасибо и всем пока-пока.